Друзья, я, то есть мы, счастливы вас приветствовать. Привет, Дмитрий. Привет, Александр. Вот, сегодня у нас крайне, значит, то у нас были темы о вечном, да, там, у нас были коллиматорные прицелы с Дмитрием, с другим Дмитрием, у нас была тактическая медицина, а сегодня мы переходим от вечного к высшей математике. И высшая математика – это работа со щитом. Вот. Смысл в чем? Почему высшую математику я называю работу со щитом? Потому что работа со щитом, во-первых, характерна не для всех подразделений, в принципе, даже подразделений специального назначения. Во-вторых, даже внутри подразделения специального назначения каждый сотрудник должен уметь стрелять по гонгам, да, переходить с длинного на короткий, но не каждый сотрудник даже внутри специальных, даже внутри самых специальных подразделений работает в составе щитовых групп, а тем более щитовым. Тем более щитовым. Поэтому я называю это высшей математикой. Могу сказать, что я на протяжении уже долгого времени, мне пишут постоянно для того, чтобы я поднял этот вопрос, снял какое-то видео там и что-то в этом роде. Но дело в том, что я, друзья, к данному вопросу, ну, не Копенгаген, честно говоря. Я стараюсь не говорить о том, чего не знаю, вообще не знаю. Стараюсь об этом не говорить, в отличие от некоторых моих соратников по ремеслу. Мы их не будем поименно называть, вот так я назову, не говоря о том, чего не знаю. Но, значит, сегодня у меня в гостях собеседник, который мало того, что разбирается в вопросе, он еще и непосредственно, если я правильно понимаю, проводит занятия с этими самыми щитовыми группами, Я правильно понял, Дмитрий? Да, да, конечно. То есть мы проводим занятия со щитовыми, ну, вообще со всеми подразделениями специальными, в том числе... Одна из тем занятий – это работа со щитами. Ну и внутри нашего маленького подразделения я тоже сам щитовой, поэтому прям могу от первого лица все комментировать. Очень хорошо, прекрасно. То есть, я неудобный щитовой, слишком высокий. Я понял. Кстати, здесь так или иначе в данном видео будет задействован опыт моего близкого друга из лучшего дома, который тоже щитовой. Запахло дорогим парфюмом. Да. Вот, он тоже щитовой, и он очень скромных габаритов. И когда люди, ну, посторонние узнают, что он щитовой, они всегда говорят: слушай, а мы думали, ты здоровее. Он говорит: слушай, а чем мне быть здоровее? Мне наоборот хорошо, я маленький, спрятался за щитом. Вот, так вот, друзья, то есть собеседник мой сегодня, он обладает достаточной квалификацией для того, чтобы сегодня осветить те вопросы, которые мы будем поднимать. Еще раз обращаю внимание, что мой собеседник не просто там сам ходит, а он учит людей. То есть он не просто знает, как надо, а знает, почему надо так. Это очень большая разница. Я этого касался, когда с админом обратной стороны медали мы обсуждали именно инструкторов. То есть инструктор не просто должен знать, как, а он должен знать, почему так, для того, чтобы объяснить. Вот сейчас он постарается объяснить. Но мы сегодня не будем брать всю высшую математику, а только маленький раздел из высшей математики. Это, значит, положение вооруженной руки щитового. Да-да. Не положение руки, а это просто работа щитового с оружием. Работа щитового с оружием. Но, прежде чем мы перейдем к нему, мы коснемся вопроса, а надо ли щитовому иметь оружие вообще? Чем вопрос обусловлен? Потому что сейчас, может быть, многие засмеялись, да? А смеяться, друзья, на самом деле смех хуевый. Потому что, ну, те люди, которые со щитом заходили в адреса, они данного вопроса, ну, не имеют. У них есть четкий ответ на данный вопрос. Но люди, которые видели щит на фотографии только, у них могут быть по данному поводу вопросы. А нужно ли щитовому вообще оружие? Так вот, Дмитрий, нужно ли щитовому вообще оружие? Чуть поглубже копнем на эту тему. Есть... Два мнения на этот счет у всех и в среде специальных подразделений тоже. Первое мнение – это то, что щитовой, конечно же, должен быть с оружием. Ну, иметь его в руке постоянно, то есть иметь возможность стрелять. И второе мнение, что, конечно, щитовой ходит с оружием, но он его не достает из кобуры. Вот. Со всех точек зрения тех людей, которые были в ситуациях реальных штурмов, вопрос на них не возникает. Щитовой, как живая личность, он боится ситуации всей этой.
И, соответственно, для его психологической готовности и для возможности им оказания огневого воздействия на противника, конечно же, оружие у него в руке должно быть. Потому что без оружия в руке это глупо и странно идти в адрес, где по тебе могут, ну, место, где по тебе могут огонь открыть преступники. Как ты пойдешь без оружия туда? Просто вот эти люди, которые говорят, что не нужно, они, наверное, просто не стояли на месте вот этих людей, которые заходят там в дом, где есть преступники. Вот и все. Конечно. Щитового должно быть оружие в руке. В руке. 100%. Мы сейчас не касаемся. Пистолет, пулемет — это компактные возможности управления одной рукой. Пистолет с увеличенным магазином, магазин увеличенной емкости, неважно, да. Оружие в руке. Смысл, еще раз, я хотел бы заострить вопрос: что ты правильно вот здесь расставил приоритеты, что даже внутри, оказывается, подразделений есть два взгляда. Но у тех, кто входил в адреса непосредственно, и тем более участвовал в огневом контакте в адресе, у них есть один только взгляд на данный вопрос. Что оружие должно быть в руке у щитового. И вот мы переходим к основной части марлезонского балета сейчас. Я скажу честно, я инициатор поднять вот этот вопрос, это мой собеседник, не я, а мой собеседник, инициатор поднять данный вопрос. Где и как щитовой держит руку вооруженную, да? Потому что в последнее время наблюдается тревожная тенденция. Пока в ходе тренировочных различных действий, смысл какой? Я хотел здесь привести фото вот этих самых тревожных моментов, но решил не приводить их. Потому что я уверен, что люди, которые на этих фото изображены, они рано или поздно это видео посмотрят, узнают себя и обидятся. Ну, это нормально. И обидятся. Обидятся не на себя. Они не на себя обидятся. Они обидятся на нас, а вообще на меня. Поэтому я решил фото не показывать. Ну, не надо их показывать. Они есть. Мы вчера с тобой в этом убедились, когда посмотрели, конечно, соответствующие, конечно, паблики. Мы видим, это, о чем мы сейчас говорим, имеет место быть. Итак, стой, нас сейчас... К сожалению, это имеет место быть у людей, которые реально работают, в тех подразделениях, которые все время действуют, например, на территории Северного Кавказа. Это подразделения, например, которые находятся в Ингушетии, в Дагестане, в Чечне. У них мы таких фоток не увидим никогда в жизни. Эти фотографии обычно попадаются от подразделений, которые находятся, например, где-нибудь в Сибири, далеко. В пункте постоянной дислокации. Да. И которые не находятся постоянно на территории, где это возможно вообще, ну, такие вот опасные действия в адресах, когда по ним-то могут стрелять начать. Ну, грубо говоря, мы это фото мы можем увидеть у подразделений, которые главным образом тренируются, а не работают. Да. Мы ни в коей мере не хотим этим самым как-то унизить их или что-то в этом роде. Нет, мы просто констатируем факт. Не то, что они работают, они работают, но просто они работают не с тем уровнем угрозы, с которым сталкиваемся чаще всего подразделения на Северном Кавказе, например. Окей. Так вот, конкретно о чем мы говорим, друзья? Конкретно мы говорим о положении вооруженной руки, которую, это можно уже констатировать однозначно, вслед, мода, мы должны вынуждены констатировать и принять следующий факт. Вся мода, тактическая, военная мода, приходит к нам оттуда, из-за океана. Вся мода приходит из-за океана. И эта мода, держать руку вооруженную, вынесенную за щит, пытаясь прицелиться сквозь визор по прицельным приспособлениям оружия, соответственно, которое мы держим, пришла оттуда. Более того, на Ютубе можно уже встретить обучающие видео, где парнишка в джинсах и футболке, в кепке, даже, по-моему, без бронежилета, с каким-то щитом, я не знаю, где он его взял, это щит, да, и с пистолетом, показывает кунг-фу, да,
И вот, а, вот там это, конкретно, вот это вот все, вот это, вот да, это, да, вот да, это. И там конкретно прослеживается вынесенная рука за щит, вооруженная рука, для того, чтобы сквозь визор щита, повторяю, осуществлять прицеливание через прицельное приспособление пистолета. Не по ЛЦУ, на котором оборудован пистолет, да, не по световому пятну фонаря, которым оборудован пистолет, а по именно прицельным приспособлениям пистолета сквозь визор. Вообще, мне, далекому человеку, далекому от темы щита, смешно на это смотреть, реально смешно. Потому что я представляю, что, как себя чувствует щитовой на адресе, да, потому что я взаимодействовали, мы взаимодействовали с щитовыми группами. В 2013 году я видел, как щитовой себя чувствует на адресе, я видел, в каком состоянии находится, я видел, в каком находится состоянии щитовой функционально, весь в поту, как хочется сказать, как тварь, короче, как тварь, весь с него течет в этом противоосколочном костюме, плюс бронежилет, плюс шлем, иногда с забралом шлем еще дополнительно. И я прекрасно понимаю, что шансы прицелиться как-то там сквозь визор, да, они равны нулю. Но дело не в этом, что он не прицелится. Объясни, пожалуйста, Дим, в чем дело? Ну, все просто. Положение, ну, щит сам, щитового, его с точки зрения... Ну, реальности нельзя рассматривать как единицу огневого поражения противника. То есть щит, по факту, это передвижное укрытие с глазами, которое нам может рассказать что-то. В щитовой группе основной единицей поражения противника является второй номер, то есть человек, который стоит за щитом и ведет огонь из автомата или пистолет-пулемета, ну, из длинного ствола. Щит может рассказывать, что он видит. Он защищает группу всю от противника. И, соответственно, есть одно простое правило при работе со щитом. Перед щитом, условно говоря, нашего мяса не должно быть ни в коем случае. То есть перед щитом... Еще раз. Обращаю внимание, друзья. Вы, когда работаете со щитом, перед щитом, мясо, ну, то есть рук там, ног, блядь, и так далее, перед щитом быть не должно. Все должно быть за щитом. Продолжай, пожалуйста. 100% не должно быть, потому что щит сам по форме, он силуэтом является. Преступник будет огонь вести не по, ну, чаще всего, он ведет огонь именно по щиту в целом, потому что он не понимает, что это щит. И, соответственно, все, что находится перед щитом, может быть поражено либо... Ну, соответственно, пулями противника, либо кусками самого щита, который будет разрушаться от попадания. Поэтому прицеливание через визор у щитовых, это все, да, пришло с Запада от нас. Нам это не подходит. У нас должна быть работа с тяжелым щитом, когда мы прячем нашу руку и все максимум нашего тела прячем за щитом. Вот и все. Правильно ли будет сказать, что у них, ну, на Западе имеется в виду, используемые ими щиты гораздо более легкие и не обеспечивают, в основном, чем вот эти, которыми они крутят кунг-фу, они легкие, гораздо более легкие, они не обеспечивают того класса защиты и не рассчитаны на операции такого рода, которые проводят, например, тот же там ЦСН, ФСБ там, да, на Северном Кавказе, когда заходит группа, когда все члены группы в противоосколах, в бронежилетах, высшего класса, в шлема штурмовые с забралами и прочим, что их щиты, да, где они бегают там с высунутой рукой, они в принципе не рассчитаны на уровень угрозы, на тот уровень угрозы, на который рассчитывают, ну, наши сотрудники. Да? Правильно ли будет это сказать? 100%, конечно. У них щиты, с которыми они ходят, это в основном, и я пока не слышал о том, чтобы у них были щиты, как у нас там, БР-5 или 6 класса защиты. У них максимум это пистолетная защита, то есть 3 класс. Вес щита в среднем 6, максимум там, по-моему, 5-6 килограммов. Вот. И самое важное, что динамика штурма у них отличается от динамики штурма нашего со щитом, то есть у них, они забегают со щитом, используя динамический штурм. То есть когда они максимально быстро забегают внутрь и, соответственно, используя щит просто для от случайных выстрелов со стороны преступников. Ну, а учитывая, что там на Западе у них это в основном пистолеты, ну, соответственно, вот они вот и именно от того класса защиты, который от того уровня угрозы, исходя, используют бронезащиту.
Вот и все. То есть, грубо говоря, скажем так, что их тактику неправильно будет назвать неверной, ошибочной. Их тактика просто, их тактика и, соответственно, инструменты, которые они используют для реализации тактики и своей тактики действий, не соответствуют уровню угрозы и тем условиям, в которых действуют наши, грубо говоря, подразделения. Поэтому, здесь не там плохо, да, а здесь хорошо. А дело в том, что копируя вот этот опыт, да, я пенсионер, вы делаете ошибку, которая может оказаться фатальной, да, фатальной, а может оказаться просто очень неприятной, потому что даже просто ранение в конечность, да, а учитывая, что та часть, которая торчит, это сплошь кости и суставы, будет очень неприятным. По данному поводу я приведу опыт моего друга, он разрешил его привести, щитового из лучших домов, что они в ходе отработки использовали, значит, обстрел из травматического оружия щитового. И даже, вот он говорит, я шел, все по олдскулу, у меня торчал только ствол пистолета, прижата была полностью рука к щиту, у меня торчал там только ствол пистолета, и то умудрилась пулька резиновая, прилететь в руку. Даже при этом она умудрилась прилететь в руку. И было очень, понятно, да, что было очень крайне, очень неприятно, да. Что бы было, если бы прилетела пулька не резиновая, а пулька, 9х19, даже не говоря уже про автоматный патрон, про автоматную пулю, может, только догадываться. Еще такой вопрос, сразу давай осветим, почему, если на фото мы смотрим, да, щитовые, где держит пистолет, правильно держит пистолет, когда или пистолет-пулемет, прижатый к щиту, то чаще всего он его держит либо очень низко, либо очень высоко, над щитом, иногда даже над щитом, полностью прижатая рука и над щитом. Почему таким образом, почему не в максимально удобном для себя положении он держит пистолет? Как вот я до этого говорил, основной единицей поражения противника является второй номер. Соответственно, щитовой удерживает оружие таким образом, чтобы он имел возможность из него произвести выстрел в направлении движения, даже не в направлении цели, а в направлении движения, куда группа двигается. Но при этом не мешать второму номеру максимально. То есть, например, если мы идем нормально в полный рост, второй номер держит оружие в комфорте, то есть он стоит, спокойненько держит его. В этом случае щитовой опускает ствол максимально низко, чтобы у второго номера была возможность двигаться. Если мы потом уже начинаем досматривать что-то, второй номер меняет положение оружия на более низкое, то есть ниже опускается, щитовой поднимает его максимально вверх. Положение руки, когда щитовой держит оружие сверху, над щитом, это просто необходимость, когда размер щита не позволяет нам удерживать оружие, и мы заходим в очень узенькое пространство. И там остается только место для второго номера, например. А мы, потому что просто стрёмно лезть в непонятное место. То есть мы просто удерживаем оружие в таком формате, чтобы если что-то там увидеть, если понять, что понятно, что это будет угроза, чтобы мы просто могли туда начать производить выстрелы, чтобы там загнать преступника обратно куда-нибудь. Или, если нам повезет, поразить его. Следующая вещь. Лазерные целеуказатели, фонари и прочее на пистолете щитового номера, у щитовика, это хорошие вещи, удобные, дополнительные, но реально щитовой прицельно не сможет выстрелить нормально. То есть скорее всего не сможет, скорее всего. Скорее всего, просто он не увидит там, найти точку лазерного прицела, даже очень хорошего и очень мощного, в экстренной ситуации просто очень тяжело. Вот и все. И дальше уже это идет вопрос насколько щитовой сам практиковал стрельбу и использование оружия именно из-за щита. Сейчас, в данный момент времени, большая часть щитовых, к сожалению, они из-за щита на тренировках вообще не стреляют. Они ходят, двигаются, отрабатывают тактику, но не производят выстрелов, к сожалению. К сожалению. К сожалению, конечно, потому что практика работы щитового – это досматривать, но также самая очень важная часть – это иметь возможность точно более-менее вести огонь из пистолета. Без практики именно стрельбы, горячих тренировок на тренировке – это нереально сделать. А я знаю лично человека, про которого ходят легенды, мы не будем говорить про кого, про которого ходят легенды, что у него есть опыт поражения цели, в смысле не цели, а живой цели из-за щита.
То есть не когда валил второй номер, да, не когда щитовая группа, а когда непосредственно он. Вот так-то вот. Так вот, подведем итог. Итог сегодняшнего видео. Первый момент. Оружие щитовому нужно. 100%. Второй момент. Оружие щитового должно быть в руке. Да. Это вопрос не точного поражения цели, а вопрос психологической готовности и психологической устойчивости щитового. Потому что он живой человек, ему страшно, ему он боится точно так же, да, но идет. Конечно. Как друг мой Сергей Ефимов написал прекрасные стихи: «Мир твоею спиной укрыт». Так вот, он укрывает собой щитовую группу, ему страшно, но он идет вперед, и для того, чтобы ему было, ну, то есть это для психологической определенного, ну, фактор психологической готовности, оружие ему нужно в руке. Конечно. Но опыт людей, которые большое время проводят, которые большой опыт работы имеют со щитом, непосредственно входы на адреса, все они склоняются к тому, что оружие должно быть. Они в этом вопросе не теоретизируют. У них оружие должно быть. Конечно. Ну и третий момент, самый главный, это перед щитом не должно быть вашего мяса. Поэтому, друзья, оставьте вот эти вот красивые отрывки из фильмов и обучающих роликов на Ютубе на английском языке им. Мы не говорим, что они действуют неправильно. Мы здесь говорим о том, что их тактика в данном вопросе не подходит нам. Но если... Ну, с другой стороны, да, то есть вашего мяса не должно быть перед щитом. Но если вдруг вы знаете, где выдают запасные руки. Без квоты. Без квоты, да. Выдают запасные руки, то, в принципе, делайте, что хотите. Мы вам сказали, ваше решение принимать, мы вам рассказали, а ваше дело, какие решения принимать. И смысл, и четвертый, три момента, да, и четвертый момент в том, что если вы щитовой, или если вы командир подразделения, да, в котором есть щит, щитовая группа, практикуйте стрельбу щитового из-за щита в ходе тренировок и обязательно следите за тем, чтобы рука его при этом находилась там, где должна находиться. То есть в угоду тому вы не должны допускать, чтобы щитовой выводил руку, помещал ее в неудобное для щитовой группы положение, следующее за ним, для того, в угоду поражения щитовым мишени. Вы должны добиваться, чтобы он стрелял, там, селектировал цель, видел цель, но вы не должны требовать от него, он должен прекрасно понимать, что его вот попасть в точку, да, это для него вообще не, это не актуально для него. То есть этим он не должен не подставлять себя, вытаскивая руку из-за щита, не мешать остальной щитовой группе, как-то добиваясь какого-то удобства для себя. Он должен просто стрелять, грубо говоря, это будет огонь на подавление, огонь на сковывание, там, да, создание там какой-то плотности огня, какой плотность огня может создать с пистолета, хотя, например, если СР-2 будет, например, у него в руках, да, то там уже с мощным патроном со своим, да, там уже можно что-то ожидать. Все, друзья, на сегодня достаточно. Если, значит, тема интересна, пишите в комментариях. Я думаю, Дмитрий в следующий раз поделится азами работы, азами тренировки, да, когда, помнишь, ты рассказывал, что первые 3 часа они должны ходить на тебя, от тебя влево, влево, да, вправо, и больше ничего не делать, конечно. Да, потому что у нас начинает сразу кунг-фу, начинается кунг-фу заниматься, все хотят, чтобы кунг-фу, а там все просто, вернее, все сложно и все просто одновременно. Поэтому на этом мы заканчиваем, друзья, достаточно нам дали информации для размышления, размышляйте, да. Думайте, размышляйте. Еще раз заострю внимание, специально не приводил. Вот сейчас те, кто сомневается, да, те, кто засмеялся, когда мы рассказывали про руку высунутую, кому в голову не приходит, да, что это можно сделать, друзья, это уже есть. Это уже есть в наших подразделениях. Не во всех, есть, слава уже, богу, есть. Слава богу, не во всех. Но уже есть. То есть, да, мы вчера, мы потратили сколько вчера, да, 15 минут, 15, чтобы найти, да, вот этих людей. Просто они есть, они уже есть, эти уже красивые фото есть в интернете, да, то есть это не просто практикуется, а это и не стесняется, то есть человек, ну, грубо говоря, я, например, когда приседаю со штангой, а мне кто-то фотографирует, если я вижу, что у меня там кривой горб там на спине или пятки оторвались, то я такое фото никогда не выложу, ну, потому что это стыдно выложить, да, потому что увидят, да, знающие люди и засмеют тебя, да. А здесь вот люди даже не стесняются это выкладывать, то есть им кажется, что это норм, да.
Обратите на это внимание. Никого не хотели задеть, никого не хотели подъебать, лишь дать информацию для размышления. Дмитрий, прощайся. Да, говори. Два слова. Просто. Конечно. Надо понимать, что разница в подходе именно в работе со щитом у нас и у них исходит из их уровня угрозы и из нашей уровня угрозы. И нужно это, всегда помнить и оценивать. И поэтому нет проблем в использовании какой-то информации из интернета. Просто эта информация должна быть проанализирована и как бы нужно ее примерить на нашу ситуацию, которая у нас в стране есть и происходит. Вот и все. И самое главное, очень важно знать того, кого вы слушаете из интернета. И понимать, есть ли у этого человека опыт, но бог с ним опыт, с опытом. Есть ли у него какие-то познания в вопросе, о котором этот человек говорит. Да. Да. Прощайся. Я стрельбу окончил. Прощайся. До следующих встреч. Рад был всех видеть. Александр. Друзья, тренируйтесь грамотно, берегите себя, будьте здоровы и да пребудет с вами сила.